Всем привет! Мы продолжаем проходить НИО. Я случайно нажал в меню продолжить, поэтому чуть позже запускаю запись, обычно раньше. А это еще одна серия в этот же день. То есть, получается, сегодня поиграю, наверное, часов 6 в это. Нужно мне так, нужно, потому что... Не знаю, получится ли сегодня ее пройти. Я как бы сделал перерыв, то есть как бы отдохнул от нее, возможно, что-то освоил. Сейчас, может быть, пройдем все-таки эту снежную королеву нашу. Сомнения есть. Надеюсь, 2 часа это, если не буду драться. Я думаю, полчаса. Полчаса, и она будет наша. Далеко бегать все-таки неудобно. Очень неудобно. Еще я забыл управление немножко. Если бы я Хогвартс сегодня начал, это было бы хуже. Что за жесть сейчас была? Не, если я ульту сейчас подкоплю где-то, а блин, я не накоплю ее. Это печально. Ладно, хер с тобой, как-нибудь разберусь. Где я? А чё мне за мной-то не бежит, а чё-то ж запутался. Чёрт! Как так-то? Надо было назад отходить от неё. Я не понимаю, он уже начинает двигаться, но все равно не отпрыгивает. А, нужно менять подсказки. Мне кажется, тут подойдет огненный какой-то чел. Хреново то, что мы не можем... ульту набить перед боссом еще.
это не то! Как это? Далековато. Да не то! Минут, просто 6 минут. Знаете, как песня? 5 минут, 5 минут. За это время можно сделать очень много. Вот, пожалуйста. Я даже не ожидался, честно. Просто собрался с мыслями. Я и первый раз в первой попытке почти ее победил. Она, кстати, живая. Сейчас разговор будет какой-то по душам, да? Ее бы раскрыть хорошо бы. Окей. Благодарю тебя. Взаимосвязь, я знаю. Наконец-то я смогу вернуться к своему господину. А нахер ты дралась тогда? Хороший кадр, кстати, вышел там. Правда, я глаза закрыл, потому что... Нас предали. Мечты господина Нобунаги об объединении страны поглотило пламя пожаров. Магия человека-змеи вернула меня в мир мертвых. А из мира мертвых, лол. Я не то сказал вообще. Абсолютно противоположное. Но я уже не слышал ничего, кроме плача этого мира. Мое сильнейшее желание было быть рядом с ним. Одержимость Усура Хитё. Но его мы включим, наверное, сейчас. Потому что чем дальше, тем сильнее, по-моему, у нас бега идет какой. Молодой Геральт. Опа! Это что такое? Зовут меня Тенкай. Йода? Я знаю тебя от Куку, сэр Андин. Человек, называющий себя Келли, отправился на гору Хиэй, что на северо-востоке от Кюга или чего-то там. Позволь мне проводить тебя. Вот это хороший кадр, вот я ее вырежу. Что у нее за одежда такая странная, кстати? А, плохие духи? Похоже, у тебя с этим местом связаны какие-то воспоминания. Есть вещи, о которых я не могу тебе рассказать, но не стоит об этом беспокоиться.
Когда у него корона светит, как звезда. Причем я же от нее не бегал. Я прям воевал с ней, просто на нее нападал. Выходил от атак, ставил блок. Какой я молодец, а. Давненько я так не радовался лучам солнца. Благодарю тебя, Киото, скоро оттает. Я правда так и не могу поверить, что Юки Онной была жена господина Набунаги. Госпожа, но... Да, уж с тобой не соскучишься. Мастер Тенкай близкий друг господина Эуясу. Нам стоит последовать его совету и отправиться на гору. Хей. Что это такое справа выпало? Это меч? Опа-на, это что такое? 56-й. 52-й. Ну мы сюда идем. Так, сначала мы заглянем вот сюда. Святилище повысить мы не можем, но можем сделать подношение, наверное. У нас 160 предметов. Возможно, что-то там будет неплохое. Копье это. Ну нахрен такое копье, если честно, походу. У нас что тут у нас по мечам-то? 277 и... ...266. А там 300 с чего-то было. 294. Это что такое? Адати? Это второй меч. И он гораздо мощнее, походу. Ну, копье мы продаем. А, молот. Молот у нас тут 315, там тоже 315, но желтый продаем. 294. Ну давай поставлю. Удать вот этот вместо синего, да. Так, вот этот отдать мы продаем. Мы так сейчас до уровня доберемся. Это тоже продаем. 43 тысячи. Окей, здесь вроде готово все. Хотя вот этот топор можно продать. Топор изверга. Не, я его оставлю, пожалуй, вдруг пригодится. Так, здесь что у нас по броне? Оно стоит гораздо меньше уже. Во-первых, белое вот это. Он красиво выглядит. Все равно продаем. А, вот это желтое теперь продаем. А, белый вот пират. Вообще ничего не стоит, кстати. Вон еще белое было. Так, вот тут одну точно продаем. Тут красивое что-то это оставлю. Так, белое тоже. Ну, у нас филока 133. Смысла я не вижу, что-то прям действительно лучше брать. Она просто свободная довольно-таки. Вес 2,4. Если фиолка будет какая-то свободней, ну ладно, давай тогда мы продадим. Это она слишком какая-то гламурная, не знаю, не хочу. Вот это продать можно, потому что то же самое, что наверху. Ну вот это можно продать, наверное. Потому что у нас такая есть. 57 уровня, кстати. И очень легкая, довольно-таки, если посмотреть. А это по уровню, тоже 57, ладно. Ну, командира я, наверное, наставлю. 153, 5,6. У нас 171 вот есть еще что, но они разные по весу, очень разные. Приходится изучать это. Броня военачальника. Это можно оставить. Не знаю, мне кажется, она хороша. Она вообще лучше. Хотя есть 173 вообще. Это мы можем продать. Так. Ладно, это можно оставить. Все. Тут что-то осталось. Так, дальше руки. Вот это сразу продаем.
Так, 72, у нас вот что вышло. Пять и пять, правда? Вес разный очень. Он чуть получше, но ладно. Здесь мы оставим, хотя вот это уже исчерпало себя, наверное. Так, штанышки. Ну вот это сразу продаем, белое говно. Так, у нас желтое, да? 105. Ну смотрим, что синего есть. Вес 1,8, но они выглядят непонятно как, то есть мы не знаем. Ну синим, ой, желтый можно продать сразу. Вот это. Потому что у нас есть получше. Так, 120 вот уровень какой-то есть. Ну, мне кажется, они неплохие. Так, это все продаем сразу. Это мы оставляем. В принципе, тут готово. И можно уровень повысить. Так, что мы сделаем, получается? Ловкость можно опять прокачать. Или дух. Мы там сейчас дух можем прокачать на 17 уровень, наверное. Давай посмотрим, что там. А, сменить духа, у нас новое что-то вышло. Уцура Хитё. 17 уровень, да, нужен. Я пока 16. Я так понимаю, там при 17 что-то лучше становится, да? Окей, давай посмотрим теперь, куда можно идти. Так, 52 уровень. Здесь 56. Ну, центр получается. Наши владения в последнее время просто-таки заполонили Якай. Люди страдают. Если бы речь шла не об этих монстрах, я бы пошел в бой вместе с тобой. Но, сэр Анзин, могу ли я положиться на тебя? Можешь. Я не знаю, что у меня так зеленит сейчас. Вот я сегодня записывал, все было окей. А сегодня она зеленит как-то камера. Точнее, сейчас. Вот сегодня записывал, было хорошо, а сегодня зеленит. То есть я два раза говорю сегодня. Сегодня вечером, вот так скажем. Интересно, сложное задание? Доп уже. Так, это меня напрягает уже сразу, хочу сказать. Так, это вот как раз большая махина. Я просто помолюсь, чтобы мне дали там опыт, наверное, нет? Не дадут? Дали. Натуры дали. Уйди, пожалуйста. Это поле боя с нашим врагом было, кстати. Это, кстати, не самая лучшая точка будет. Да блять! Херово. Отходи! Все, что ли?
Ой, блин, да сколько таких аренд будет? Я так понимаю, мы зачистили сейчас. Ёб твою мать. Все контролить. Отпусти его! Прошел отлично. Ух, что-то я прям хорош. Там последняя арена должна быть. Там два противника опять, две волны в воде. Мать твою. Мне вот бошку отловить просто. Так, ладно, погнали. Забыл об этом. Надеюсь, не заново, потому что это будет очень долго. А у меня ульта есть! А у меня ульта есть! Пол хп сносим и ультуем. Не заново же? Не, все окей. Все окей, это будет изи тогда. Не знаю, может, хотя нет, он тяжелый такой, поэтому лучше использовать. Блин, опять эти будут твари? Да. Ты зря это сделал.
Ладно, погнали. Я уже забыл, когда его там бить можно, когда нет. Говорю, ты будь херней. Это будет херней. Боты какие-то неплохие, кстати, были. А почему там закрыто черной херотой? А ну ладно. Между тезарите ульта восполнилась после победы. А ну да, я ж прошел. 28 минут, два босса. Нормально. Жалко только, что я потратил хпшку одну. Это ладно. Они, походу, все так же работают. Ты, типа, за спину заходишь и все, и херачишь. Меня прозвали Красный Демон. Ууу, нифига себе. Ну, кто я такой по сравнению с воином, бьющим с настоящими демонами? Возможно, однажды мне доведется сразиться с тобой и испытать мои навыки в обращении копье. Вы получили следующий титул, любитель уникальных предметов. Ага. Красный Демон ИИ. Это что значит? Там что-то крутое выпало. Ну, ладно, посмотрим, наверное, уже тут. Сразу, чтобы уж что. Там Рита не хватает на прокачку. Поэтому пошли дальше. Час пробил. Мое сердце не сможет дождаться начала дуэли. Сразимся же в додзе. Честный бой между двумя воинами. Ты согласен? Да. Я согласен. Это, походу, еще один босс, третий уже. Охренеть. Что-то слишком много их. А я, кстати, сказал, какая-то часть, 20-я, да? А мне дашь ты переодеться там? Даст, отлично. Топор какой-то выпал, тонфа. Сейчас посмотрим, по какой скорости он обладает. И от этого будем отталкиваться. А их можно фиолетовыми сделать?
Просто я хотел бы это сделать. Оно, может быть, классно выглядит, нет? Вообще супер. Я их прокачаю бы. Прокачал бы. Где красный демон? Вот это? Ого! Ни хрена себе! Да я такое, конечно, буду носить. Это офигительно выглядит. Ну давай, блин. Мать твою! Да, они все работают так. Оу, это что такое? Тихо! Да как так? О, блядь. Да, блядь. Успокойся. Он быстрый, надо, может, оружие поменять. Сигуна Монокуру Пута. Попробую оружие поменять. Попробую быстрым оружием с ним подраться. Па-па-пам-пам. Тихо, погоди. Ну ты хер поддобрил, подберешься к нему. Этим будет тяжеловато. Нет, это не дело, вот этот не дело. Не пойдет. Тихо, погоди! Да погоди ты, стой! Да отвали! Погоди, говорю. Блин, охренеть, у него радиус. Радиус атаки просто ебанутый. Здесь без мата в этой игре никак вообще.
Да, блять, вот это пиздец, не так, я не понимаю, что он делает. Он бьет в одну сторону, потом каким телепортацией какой-то умудряется ударить в другую сторону. Так люди не вращаются. Погоди ты. Тихо, уйди. Уйди, блин. С ним будет сложно. Я пока не могу понять, как поворачиваться от него. Он и длинный, и быстрый, я и хер его знаю. Возможно, его стоит забрать вот здесь где-нибудь. Хотя он все равно дерется. Типа тут копье не работает. Удар, который вообще нигде не останавливается. Он просто весь круг такой проходит. Давай, ладно, опять меч поменяем. Я не знаю. Это невозможно. Блокируется бессмысленно вообще. Верхняя стойка тоже его, наверное, бить без толку. Не, это чаинка в рот попала. Блять.
так сильно-то. Сука. Как он не попал же? На дистанции неплохо. Погоди. Ты мог бы применить эту хилку? Сейчас он ударит. Да бей, нормально. Еще раз. Ладно, покер. Я рискнул. Зачем я это сделал? Нельзя же рисковать, нельзя жадничать. Но мы его пройдем сейчас. Что-то вообще легко сегодня. Вообще легко. Ha!
Кверху вниз, как ты там любишь. Оу! Да нет! Тихо, блядь. Я иногда дистанцию путаю. Я зря пошел. Я не увидел его второй удар. Его не всегда видно. Этот удар. У меня он долго замахивается иногда. У него вот эти короткие удары такие быстрые, они могут быстро просто происходить. Такое ощущение, что он стойки эти меняет. Как не здесь кто. Конечно, неплохо. Это было близко. Почему ты делаешь? Он первый раз не заботился. Hey!
забыл, я уже понял, о чем сейчас делает. Когда пошел вперед. Я уже нажал типа назад, но не успел. Эх. А ведь мог выиграть вот по второй третьей попытке. Бля. Да блин, не носись так. Блин, опять говно. Блин, а у меня будет время как... А, когда он гонятор пускает, можно попробовать. Бля, ну как долго-то! Как достает-то? Блин, зачем это сделал? Воу, вот это он увернулся красиво. Ну, кстати, не скупаться, попробуем. Это как? Удар сквозь него прошел. И сейчас тот не подходить. Но задрал. Сука, догнал. Догнал все-таки. Давай! Нет, стой! Отъебись! Странное.
На концентрацию забыл поставить. У ворота не было. Это был отличный шанс. Надо смотреть за его концентрацией, короче, и думать, когда можно вставать, когда нет. Мой удар предотвратить. Зачем эта камбуха нужна, если она не работает? Заебись. Минус Амрита. 30 с чем-то тысяч. Класс. Просто зашибись. Да я перевел верхнюю стойку. Ой. Только сейчас бессмысленно уже, братья. Ой.
Вот я об этом говорю, он успевает перевести. Херня полная. Так зачем он это делает? Чтобы получить пизделей? Это было несложно. Великолепно. Увы, у меня нет выхода. Я вынужден признать твое мастерство. Ты настоящий самурай. Это да. Тут не согласиться тяжело. Господин Иэсу оказал мне великую честь. Возможно, за это я должен благодарить мою мать, Наотору. Он даровал мне эту великолепную алую броню. О, зашибись. Я оправдаю его ожидания. Ты просрал меня, чел. Я буду драться за него. Хреново ты дрался. За час три босса это, конечно, сильно. Давай мне броню свою. Энко. Такую броню я возьму точно. Это было не тяжело же, но быстро же справился. Какая-то пытка была. Это очень странно, что так быстро там проходить все. Так. Я не ожидал от тебя ничего иного, сэр Андин. Кто бы мог подумать, что ужасный красный демон потерпит настолько сокрушительное поражение. Впрочем, это лишь заставит меня удвоить усилия. Надеюсь, нам еще доведется скрестить клинки. Зачем? Где моя броня, чел? А вот, другое дело. Это зашибись. Это отлично. А штаны? Штаны типа сам должен подбирать? Ну давай, окей. Мне нравится эта красная броня. Я ее буду прокачивать тогда.
пускай вот это будет. Повысить уровень не получится. По очевидным причинам. А где? Энту, что ли? Так он хуже? Да, он хуже. Тут действие Б, А, С плюс, А плюс. Здесь что-то минусы. Мне кажется, мы лучше. Так, давай мы, знаешь, что сделаем? А, прокачать надо ручки. Мои руки, руки. Как-то слияние, что ли, это? Нет, это не оружие, это броня. Надеюсь, я все правильно сейчас сделаю. Погоди, да я протестирую на чем-нибудь. Допустим, вот белые. Так, я слинять хочу вот синим. Должно быть стать синее в итоге, да? Нет, почему-то наоборот надо сделать. Это 51 уровень, потому что. Наверное. Что у меня маленькое? Вот 41 уровень, допустим, да? Я хочу сделать вот это. Что в итоге? 51 уровня, но это синее. А фиолку я могу сделать таким образом? Где я могу это посмотреть? Вот, допустим, сандальки. Какой тут 49 уровень? Да, тут я могу посмотреть. Вот на это. Блин, это жалко. Ну ладно, похер. Или что это? Броня чужестранца? А, нормально. Результат 62 белая. Понятно, не получится так. Ладно. Хотя, может быть, как-то ковка, оружие. Нет, как же тогда? Перековка, оружие. Броня. Давай тут протестим это все. И то 57-й. Вот штаны. 51-й. Я не понимаю, как это работает. Что это написано? Жизнь 26. Что это значит? Я сейчас что-то сделаю лучше. А, я то убираю, и что-то новое появляется. Понятно. Ну ладно, в этой броне я буду бегать все равно. До свидания, давай, давай. У нас еще час приблизительно. Гора Хиэй находится на северо-восток от Киото. В востоке, наверное. Многие годы она служила столицей защиты от демонов и проклятий, но сейчас этот волшебный барьер находится на грани разрушения. И виной этому шипы Келли. Нам нужно поторопиться. Ну давай поторопимся. Мы прошли два дополнительных задания, поэтому надо точно торопиться. А у меня, да, скриншота никакого не было еще. Надо тут что-то найти. Сейчас хоп, и тут босс одолеем. Быстро. Как давящая тишина такая. О, а я неплохо выгляжу. Еще дали. Зон.
эти леса. Жалко? Мне казалось, тут мы будем в безопасности. В чем дело? Пока не знаю, не могу ответить на вопрос. Так, там этот чудик. Иди сюда. Я боюсь туда идти просто. Эти монстры не похожи на тех, что попадались прежде. Ты уверен? Это дело гигантских кристаллов. Мы стоим на месте, надо найти способ уничтожить их. Он восполняет КП. Серьезно? На поверхности монстров просто море. Давай быстрее отсюда. А внутри типа нет никого? Ты правда так думаешь? О, ну ладно. Блин, я думал, это шипы. Это шкаф. Это тюрьма какая-то, да? Чё там? А, это херня. Мне кажется, я его бы одолел. Того челика. Я же ему КП выносил. Просто дольше было бы. Кому пришло бы в голову выкопать под храмом такую пещеру? Вера и правда способна сподвигать людей на необычные свершения. Возможно, именно этого поставлена бумага. Ты что такое? Тихо. Слоумо! Я бы даже слоумо одолел. Нет, я не позволю трагедии повториться! Эй, я тебя вижу. Где ты? Все-таки я получил урон. Камень духа. Нормально. Лестница. А здесь что? Так, это надо поочередно как-то. Воу, их несколько. Бля, это какой-то пиздец. Так это
они плохо все там наделали? Только драться надо, а не бабка все. Кто ты? Что ты? Минус ваша тут херня всякая. Я, видимо, кристалл там разрушил на поверхности. Конечно, не точно, но походу так. Это арена? А, я здесь был. Вот здесь чувак стоял. Он сдох. Полина. Не, ну в стране с той зимней локации это вообще ни о чем. И зачем мне это надо было? Тут ничего нет. Блин, знаете, что я сейчас подумал? Надеюсь, со звуком все хорошо. Ой. Потому что я же его перенастраивал. Если случайно начнется что-то сейчас не так, то я потеряю 3 серии. Ну как потеряю? Не будут, но кривые. Ой. Набунага вернулся. Мы обречены. Кто такой Набунага? Вот сохраняшка. Так, погоди. Повысить уровень не могу. И подношение смысла. Хотя подношение могу сделать. Там, скорее всего, наберется на 50 тысяч. Сколько мне надо? 52? Да. У меня 308 вообще, поэтому пофиг. Это белое. Не пользуюсь таким говном. Дожрались. 315. Ну тут можно продать. Хотя изверга такое название интересное, как будто, знаете, что-то необычное. Поэтому оставлю, наверное. Сколько? 45 тысяч уже. Окей. Ну, теперь можно все это продавать. Это я оставлю, ладно. Так уж и быть. Красивее того ничего не будет. Ну, блин, может и не хватит дать. Тысяча, ну еще продадим. 179 не хватает. Ну я это оставлю, ладно, пускай будет. А вот здесь можно посмотреть, потому что мне там может пригодиться. Хватит. Все, можно прокачиваться. Так, что мы прокачаем, получается? Ловкость. Возможно, да? А можно стойкость. Хотя ловкость, блин, стойкость толку-то нет вообще.
А то в лоб, то, что я могу несколько раз ударить, это да. Надо было духу прокачать, я забыл, то, что мне 17 нужно. Па-па-ра-па-па-па. Так, пошли пока сюда. Тут ничего. Блин, и что это? А, это как говно. Блять, мне этот чел. Что там вякал? О, забыл что-то взять. Ника не сказал. Странно, я думал, что-то сейчас будет информация какая-то. Куда ты полез? И сюда. Грациозный. Так, тут что у нас? Трупик лежит, этот я. Гром? Нет, по звуку больше похоже на рёв. Хреново! Если это рёв. Амкадама? Что-то зеленым горит, странно. На этого не залезу, я не знаю. А, ну вот. Нет, никогда мы. Ну ладно. Так, давай поочередно. Начнем с тебя. Хотя. Иди сюда. А, у него хп полный. Но я его разделаю в любом случае. То с тем будут проблемы. Он чаще бьет. Ау! С учетом красного свечения, чел. Так, ну с этим челом бесполезно драться, то есть это вход. Это черепашка. Он хп там у меня украл. Ю, зашибись, он что-то украл у меня, что ли? Он же воришка.
Кстати, давно труп не было, да, в натуре. Это странно. Видимо, в этот момент игра стала легкой. Ну давай вот этого челика отхерачим. Какой уровень? Слишком сложно. Опять этот чел. С очень крутым уровнем. Гранаты. А я рискнул. Я почему-то решил, что я его все равно добью. Как и оказалось. Насе тут дверь. Блять, да и залетел-то вообще. А можно на него переключиться, пожалуйста? Ваншотит? Чего? Как теперь туда бегут вообще? Это очень далеко было. Так, чел, мне вообще похер. Пошел дальше. А, но мне все равно нужно туда. В любом случае. Мне нужно свою взять ульту. Да блять! Очень мало места. Что за провал был? Тихо, блин, не замахивайте так. Работа мага меда уничтожит Тикай. Ну тут даже я не знаю, как этому поступить. Так, давай с этим разберемся, что это такое. А, так это говно. Ты драться будешь? Блять, как меня это задрало, а? Так. А, тут что-то. Это для этого сюда шел? Ладно. Так, я бывает. А, еще что-то. Что это было? Звук какой-то странный, слышали? Пизда. Зачем мне скупим сюда лезу? Это же бессмыслие. Ужасная прихоть судьбы. Слава уже готова была вернуться к господину Тенкаю. А вот нападение на наших земли. Что так переночит? Что за земли? Почему он здесь сдох?
Это второй уровень. Чего так много? И не буду с ними драться. Подвох какой-то? Охуенный выстрел. Блять. Но мне вниз надо. Почему он переметнулся на другого? Блин, этот спавн просто ужас. Чё? А, и то побежал. Ни хрена мне выносливость. Так, мне сюда надо. Ну тут заметно, что люди почти перестали умирать. Где-то проход вот он, вправо. Я забыл эти опять. Концентрация вообще до хрена. Знаешь, что я думаю? Я его сейчас ужму. Вот, ну, сука. Урод. 8000! Похоже, здесь замешано какое-то злобное существо, но не демон. Так, это странно. Чем? Блин, два удара и все. Какой ужас. Дайте мне следующего босса. Я хочу как можно больше их сегодня пройти, раз так идет. Босс норм. Вставай. Хорошее попадание. Но мне нужно так делать. Так, а можно мне сменить? А тут 8000, что-то слишком до хрена для обычного моба. Во, так нормально. Нахер. Но опять чуть не сдох. Я просто успел увернуться. Куда это ведет дорога? Проклятие, они меня достали. Если бы нет, что бы их хватило терпения. Опа. Удачно. А там что за дорога была тогда? Блин, надо было туда сначала сгонять, что-то не подумал. Погоди, давай-ка я уровень прокачаю. Сколько там надо было, погоди, 55? 56, а может и не хватит.
Сейчас продам, вот я пока с этим не буду разбираться, а продам то, что у меня только... Вот это говно. У меня ружье там по моче крутое. 278. Вот это можно продать. Копье. Ну, белое. Ну, хватит, ладно. Ну, это мы передадим уровень, видим, 63-й. Ну да, передам. Это продать. Продать. 55-й. Все, можно уровень прокачать. Так, что прокачаем-то, получается? Дух мне нужно прокачать. Потому что там нужен 17-й, вроде, насколько помню. Ну, на самом деле, ХП пригодилось бы. Если бы господин Мицукиида был еще жив, он бы нас уже спас. Так он же, наверное, от чего-то погибнул? Погибнул. Погибнул. О, что? Вот скотина. Это менее запутанная, кстати, локация. Надо было добивать. Так, откуда я пришел? Что? О! Я же откуда тут... А, вот она, кстати, дорога. А здесь что? Это несправедливо. Так делать. Чуть в обморок не упал. Чё? Он не сдох. А тут что было? Оу, он выжил. Но я не загорелся, нормально. Почему там труп? С этими... А что там? Блин, это одни и те же челики, походу. Что? А, вон стрелок вижу. Так, ну с этим челиком драться нет смысла. Опа, Кадама. Ни хрена себе тут нашел. Так, я вот здесь был, да? Так, а здесь что? А, ну здесь я этого ходил. Мне нужно сейчас вот по прямой походу пройти. А, может и нет. Блин, как ты так ударил вообще? Ладно, делаем по-другому. А это его не станет, я понял. Я думаю, оно не так сильно мне что-то будет давать. Не страшно, я потом просто хилку одну выпью. Тут трупики еще есть.
А куда идти-то? Тут-то нету. Куда-то наверх, походу. Вот так в обход. Ой, тихо. А просто чел другой еще стоит. Я бы не хотел с ним воевать. А, так он... под хилкой. То есть от него бежать надо. Ладно. Это топот какой-то мощный. Ебать, это что такое? Ну мы это возьмем, ладно, окей, просто смысла в этом нет. А надо спускаться по-любому. Надо длинная лестница. Ага, а там что? А, ну погоди, давай сначала сюда. А, понятно. Это очень плохо, это очень плохо. Как я должен был их раскидать так, чтобы мне... Я не знаю. Иногда вопросов эта игра доставляет просто очень много. Нахуй, иди отсюда. Почему ты меня атакуешь, чел? Ты же под красным свечением. Как предлагает... А хотя, стоп, погоди, как там? R... Один, иди сюда. Хрена попадание. Иди сюда, блин. Ближе. Да не так близко-то. Должен был раскидать. О нет, Маричи теряется. Господин Тенкай, надеюсь, ты в порядке. Где бы ты сейчас ни был. Бля, там будет жопа. Погоди, будешь мешать. Ты сели, иди сюда. Блядь. Блядь.
собраться. А так из-за угла, как они делают. Сейчас прошла. Фух. Ну, это бывает тяжело. Бывает. Периодами сейчас. Какой уровень? Это, блин, и тяжелые все стали. Все с пятью мечами. Иди сюда, давай. Вылезай тут. Хорошо. Ну, походу до босса мы сегодня не доберемся. Что-то до хрена по этой локации бегать. Куда идти-то? Там тут пик обратно, что ли? А кто я? Как я открою? Куда не пройти? А что там за место вообще? Там еще один кристалл. Тут нету других проходов. Здесь тупик. А, во. Но это не туда ведет. Сейчас был просто восхитительный, если бы тоже был этот враг. Там опять засекреченные враги. Опять девятый. Ты дурак? Ну как можно так промахиваться? Как так можно? Ужас. Так, это туда мне надо бежать. Но это еще не все. Это было очень странно. Ёбаный кристалл. Лол, что? Попади, попади. Ну, этому конец. Тихо, ёбаный. Подожди. Всё. Надо держаться аккуратненько. Не рисковать. Эта тварь, блин, просто меня чуть не убила.
Что это такое? А, это с этой штукой дрался уже. Да ну ее нахрен, я что, дурак что ли туда лезть? Она не обязательная. Я задолбался этой собакой драться в прошлый раз. Они серьезно ее как мобом делали, что ли? Серьезно? Да че, сумасшедшие? Так, а стоп, а где сохранение было? Ладно. Так, новый босс, я тут скриншоты готовлю. Видимо, финальный, потому что у меня времени вообще нет. Опять ты? Если ты выпустишь этих демонов, пилотов, но уйдет разорение. Меня интересует не Шамрита. Но спасибо за полезные сведения. Если я уничтожу Киот и сокрушу Эвесу, эту страну золота поглотит настоящий хаос. О, господин Токугава! Так, и кто будет у нас? Араматама, че? Я пожертвую с тобой! Не, котик! Убей меня и уничтожь все! Ну я сделал кадр, ладно. Это будет тяжело, походу. Мы с этим справимся, Арки! Я пока не пойму, кого бить. Это бомбочки? Блин, отскакивает. Ай! Пошел в эту хероту. Не пойду, повезло. Два удара, три удара. А что это, что это такое? Он же по одному разу бил до этого. Ладно. Но я много ему снес, кстати, удивительно даже. Бля, как далеко-то. Боты. Ой, блядь! Извините. Я нечаянно. Ну с этой Геромой, да я не буду драться, я еще дракшу. Я в прошлый раз охренел от нее. Yeah.
Надо за спину подправить. Ай. Да как так-то? Может, влево ходить? Нет, он влево тоже бьет. Пизда мне. Нормально. Живем. Да как так-то? Тихо! Тихо. Сука. Да как чё-то с камеры приходит? Да блядь! У него есть атака, которая, кстати, запрещает это. Нет, сегодня мы его не пройдем. Сегодня мы его не пройдем. Он... Блин, так то долго бежать, просто ужас. Так, здесь аккуратно, больше что не падаем. Мне кажется, должна быть где-то еще кадама, потому что это прям вообще пиздец. Хотя, не так уж и далеко. У нас, по-моему, последняя попытка. Но может предпоследняя. Он не сбивается, это проблема, блядь. Это я зря сделал. Да блять, что это? Куда уйти? Блин, удар у него, конечно, долбанутый просто. Попробуем за спину уйти, может. Четыре удара, пиздос. Еще вот это говно в конце. Охереть. Серьезно? У нас еще одна попытка есть. Я за спину уйти не могу. Но каким-то образом ударяет попасть все равно. Ну как же это далеко? У меня есть ульта, но смысла нет. Я думаю, потом применить в конце где-то. В начале толку вообще ноль. Не, ну сегодня точно мы его не пройдем, это слишком. Четыре удара делает, да?
Ай. Больно. На него лазер, надо к нему подходить. Дави уйти туда. Воу! Воу! Что это? Как я должен с этим бороться? Ладно, давайте тут закончим. Нормально, три босса сегодня прошли, остался вот этот еще. Увидели его. Довольно неплохо все. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии. Заходим в группу, там есть скриншоты, обзоры и интерактив. Ну и как обычно, спасибо и всем пока.